Зал, вот, была пустая местность, то есть здесь ничего не было, просто кусок земли. И ребята в течение вот 9 месяцев они отстроили зал. Вот, еще, конечно, он не до конца достроен, но уже вот это можно использовать. Значит, еще в будущем планируется и тренажерный зал построить. Вот, то есть есть планы, вот ищем возможность и будем дорабатывать. То есть это интересно. И всей России будем сборы проводить, тут всероссийские вот стараться. У нас уже есть наметки, из Магадана команда приедет, из Питера, вот, из Московской области ребята уже вот звонят, хотят вот на летний сезон приезжать, обмениваться профессиональным опытом, ну и отдыхать, соответственно. Но этот зал будет работать, тут очень много детей из Качи, из Орловки уже ребята звонят, вот, а дети все здесь здоровые, сильные. Эту тему посвящаю жесткому спорту, всем контактным видам и единоборствам. Самбо, вольная борьба, джиу-джитсу, дзюдо. Каждый выбирает для себя что-то одно. А кому-то по духу помахать руками. Такие пацаны не бегают жаловаться к маме. Все решают сами, ломая неприятелю нос. Для таких парней существует секция бокс. Я вообще за любую пропаганду спорта. Давайте вместе привлечем к этому больше народа. Тренируй тело, береги свою душу. Помни, что каждый из нас своей нации нужен. Будь здоровым и сильным, не кури, не бухай. А лучше думай о будущем и спорт выбирай. Лично я отдаю предпочтение боксу. Много раз приходилось в драке решать вопросы. Этот спорт помогает становиться взрослым и ко многим вещам относиться серьезней. Сила воли, упорство, терпение, дисциплина. Развиваются все качества, нужные для мужчин. Начинаю же сейчас заниматься собой, чтобы в жизни ты смог принять любой бой. Тренируйся так, как последний раз. Иди в спортзал уверенно и не ищи отмаз. Типа времени нет или есть дела важнее. Да ты пойми, братан, это тебе же нужнее. Парень должен быть сильным и с боевым духом, и доказывать это в своих же поступках. Каким бы видом спорта ты ни занимался, ты должен за свою честь отважно драться. За семью, за любимую, за близких, родных. Не позволяй, чтобы кто-то обижал их. Преодолевай боль, обиду, поражение, и станешь самым сильным, добьешься уважения. Если трудно тебе, то держись до конца. Если драться, то до последнего удара сердца. Респектую отдельно всем боксерам России. Желаю, чтобы больше побед нашей стране приносили. Боксеры всегда были хорошие боксеры. Ну, как бы бои, вы сами видите, кость в кость, поэтому... Но мы немножко лучше. Но мы готовимся к турниру Лагутина международному. Опять же, вот эти 5 человек, которые участвовали в России. Вот. Поэтому очень хороший этап. Следующий этап у нас будет Саки, это через несколько дней. Вот. А я вообще за любую пропаганду спорта. Давайте вместе привлечем к этому больше народа. Тренируй тело, береги свою душу. Помни, что каждый из нас своей нации нужен. Будь здоровым и сильным, не кури, не бухай. А лучше думай о будущем и спорт выбирай. Давай спорт выбирай. В Севастополе всегда бокс славился. Ну, были готовы и рады, что отбоксировали. Один бой заменит месяц тренировки, наверное, вот такого характера, такого
такого уровня. В принципе, здесь были ребята из Севастополя и призеры чемпионата России. И чтобы найти с такими побоксировать спортсменами, еще нужно поискать. А здесь хорошо получилось так. В принципе, достойно.